Сумасшедший трек! Сумасшедший трек! Это мировейший хит, друзья! Заведем страничку. Ты не будешь бриться в ванной, я не буду пердеть. Ты будешь мыть посуду, а я валака сосмотреть. Сейчас и впредь у нас все будет хорошо. Прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. Так, смотрим очередную клоунаду от нашей звездочки. Эй, чушпан. Опа. Окунь, дедушка, я тебя так люблю. Ты очень душевный человек. Я ни разу не смеялся. Ты такой, ну иди, мой посуду, чудовище Джо. Анка моя, ты понял? М. Строчка состоят из слов, брат. А слова из букв. Да мне 35, и я читаю рэп, и я не скуф. Наша ОПГ. Привет, дедуль. Казань, Москва, Самара. А? Привет, брат. Хорошо. Батула, так что дежурный все так плохо в своей жизни. Мангале, удачного стрима. Жмут карманы, брат. Таблички, как жмет лифчик твоей маме. Как в тумане. Пролетел вчерашний день. Привет, я поднял 2 миллиона. Теперь как дела у Сережи Мичурина? Сережка Мичурин выбился пока из колеи царства небесного. Пацан под каблук попал. Ну, почти что умер, да. Когда пацан находит себе девушку, это практически он умирает. То есть, да, по сути, можно хоронить пацана. Я его не видел уже давно, честно сказать, 2 месяца как. Вот. Мичурина, да. Кивки из кейс, рюкзак и рюкзак на плечи. Капюшон на голове меня прикроет темный вечер. Месяц жизни обеспечен для меня и моих бро. Не советую к нам лезть, чтоб не получить ебло. Я закончил дело, без улик оставил тело. Теперь релакс, но немного, чтоб фольга не прогорела. Моим пацанам на Волге отправляю бандероль. Лишь бы не накрыл посылку госнаркоконтроль. Йо. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкают, если ой, тут на блядь. Крыше. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Сейчас попрет, нет, сейчас точно попрет. 10 тонн оставил в казино, завсегда ты лошок. Че там одной руки? Это он коробку с пиццей таскает, я так понимаю. Типа, в чем концепция? Что-то непонятно. Типа, пиццу заказал и потом за пиццу драться. Ну, я понял. Бандит сегодня раздает 3 обезьянки и банан. Чем точно повезет, а? Дедушка, чепуха, хорошего поточка. Тверской разрулил тут пару дел и там и сям и свой. Голова болит, что-то сегодня плохо спал. То ли аспирин паленый, то ли метеочувствительный стал. Че там в новостях, кто че у кого отжал? Я сейчас плохо думаю. Я бицепсы всю ночь качал. Не, ща неудобно, набери через 40 минут. Че-то доебался, завали их сразу, если моргнут. Устроим в трех и суматоху, нам уже тут похуй. Если в чарты MTV не залетим, нам тоже будет похуй. Казань, Москва, Самара, по делам туды-сюды. С Москва-Сити лучше видно, нам вообще тут до пизды. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкает, если кот на крыше. Деда, я тебе в контактик скину. Кот на крыше, как ты понял, нас сейчас, тут много, сейчас, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкает, если кот на крыше. Ты мои коты шагают, двигают вперед, до пизды, что скажут близкие, о чем кричит народ. Я закидываю бабки, сидел, надеюсь, сука, ночью дал. Что-то в голову стрельнуло, сорвался, пожрал мебель и поехал. Бить как кумба, собрали дружину, чтобы приготовить бомбу. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade.
бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. С вами Бату, Астас из Хитона и Саня с Казани. Саня точно знает, как сделать, чтобы качало. Голову твою снесет, будто ураган. Я не делал это движ давно, и я простой пацан. Все, что было, заработал, все, что было, проебал. Казино такая штука, что я рот выебал. Криминал на душе, на груди наколка. Мои братья рядом, моя стая воет волком. Welcome, своим пацанам, кто надолго. Welcome to the street, welcome, подонкам. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь по... Весь клип коробку, кстати, таскает с пиццей, и в машине едет хавал. Тише, это наши крыши, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкает, если кот на крыше. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наши крыши, так что помни, мышка, будь потише. А, я понял, это типа тяжелые будни курьера. Я понял, типа поет, что типа он такой блатной рэпер. Ну типа, ну, браток серьезный, и типа курьером работает, сложную жизнь курьера. Ну да. А здесь они описывают, и он типа доставщик, и он как бы, как он сложно прошел путь для того, чтобы доставить еду челам, я понял. Мыши сразу замолкает, если кот на крыше. Чего? Красивую песню. Ты дурак. Да вы... Я вообще не понял концептуальную составляющую. Ну ты типа доставщик, правильно, пиццу вез. На хавале доставщика подрабатываешь. Замкадный круг, это я понял, да. Туда-сюда, короче, тише мыши, типа, чтоб по-тихому, раз-раз, там, пока пробок нет, ночью ты на хавале пиццу, хоп-хоп, отвез туда, там, к клиенту, раз, сел потом на лавочку, типа, тебя отработали за то, что ты пиццу хуй. Типа вез, потому что пока ты ее вез, она типа остыла или что? Так надо было в этом, в сумке везти, там, типа термосумка. Ну в этом же посыл, или что? Я что-то не понял. Чушпан. Ага, пицца упала. Ага, пицца, ага. А я? Послушай. Так, подожди, Харламов, ой, Варламов, не пойму, а чё тут это вот, ну, какой-то скотч у тебя, вот это, там типа чё, дырка скотчем закрыта, чтоб тепло не выходило, или чё в этом, в пицце, что за бред? Но никому про это не рассказываешь. Я, погнали. Строчки состоят из слов, а слова из букв. Да мне 35, и я читаю рэп, и я не скуф, наша ОПГ. Дедуль, у меня уже пска, два этажа. Чего, только что было? Слышу. Ну, выкинул волосы дальше. Я не скуф, наша ОПГ. Там же прошелся со штатива. Выкинул еще что-то. Не скуф, наша ОПГ. Ты че, ебнулся, что ли? Это че за бред? Казань, Москва, Самара. Саня Штер, Стас Хитон, Батуа, Волчара. Жарим мясо на мангале, телок на диване. Жмут карманы от налички, как жмет лифчик твоей маме. Как в тумане. Ну, я не знаю, ну типа клип должен быть про крутых ребят, да. А ты на хавале едешь, взял бы какую-нибудь в аренду, там, не знаю, там, ну, не знаю, какая там сейчас блатная машина. Блатная машина для нищих — это Геленваген, взял бы Геленваген, да. Пролетел вчерашний день, я поднял 2 миллиона, теперь превратился в... Ну, я понимаю, рэп-то получается типа про доставщика, доставщик еды, он типа получается не совсем обеспеченный чел, он доставляет пиццу, ну, тогда ты доставлять должен на Геленвагене, брат, понимаешь, ну, ты там не сходится, ты на хавале едешь, это вообще типа, ну, не по-пацански как-то. Пацаны тебя с района вообще не поймут, у тебя уже клеймо теперь полностью по жизни чушпан, этот клип, бля. Бабки в кейс, кейс, рюкзак и рюкзак на плечи. Капюшон на голове меня прикроет темный вечер. Месяц жизни обеспечен для меня и моих бро. Не советую к нам лезть, чтоб не получить. Короче, ладно, я понял. В общем, давай так, дорогой. С этого дня, MC Батуа, ты забываешь вообще себе такой никнейм. С этого дня ты официально признан как MC Чушпан. Все. Я закончил дело, без улик оставил тело. Теперь релакс, но немного, чтоб фольга не прогорела. Мои
пацанам на Волге отправляю бандероль. Лишь бы не накрыл посылку госнаркоконтроль. Йо. Тише мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Шо ты, блядь, ты еще можешь подольше там колупаться в кармане? Даже не подготовился, залез в карман и что-то там копошится. Бедный застрял, у него там пластиковый пистолет. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замок. Просто посмотрите на этот спецэффект. Блять, ну что это такое, а? Кают, если кот на крыше. Пиздец просто. Сам, сука, лазит в кармане, полчаса еще сам с этого ржет. Чушпан, сука. Минут пять там колупается. Тише мыши, смотри, с вами смотри. Кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, ля-ля. Так что будь потише. Это наша крыша, так что мышка, будь потише. Мыши сразу замолкают, если опа. Кот на крыше. Тише мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни мышь. А, не, погоди, он типа чела отработал здесь. В машине, в машине. Это наша крыша, так что помни мышка, будь. Погоди, тогда машины должны быть разные, правильно я понимаю? А, ну тут вначале не было еще машин. Ты, короче, хавал отжал, ну я понял. Потише, мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Сейчас. Будь потише, на крыше как... Сразу замолкают, если кот на крыше. Тише мыши, с вами кот на крыше, как ты понял. На... Ага, чела типа отработал. Тут много, так что будь потише. Чел выходит, а. Это наша... Так эффектно, как в GTA прям. Крыша, так что помни, мышка, будь потише. Так, забирает из хавала пиццу. Мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Сейчас попрет, нет, сейчас точно попрет. 10 он оставил в казино, завсегда ты лошок. Чё там однорукий бандит? Сегодня раздает 3 обезьянки и банан. Чё им точно повезет, ага, чепуха. Ага, понял. Пока бизнес-классом по Тверской разрулил тут пару делает там и сями свой. Голова болит, чё ты сегодня плохо спал? То ли аспирин палёный, то ли метеочист. Ага, ага. Стал. Чё там в новостях, кто чё у кого отжал? Я сейчас плохо думаю, я бицепсы всю ночь качал. А, я понял, сначала я шел по одной стороне, потом там развернулся и идет уже по этой стороне. Круг, типа, кружок прошел. Ой, сука, какая падла, блядь. А ты подсними меня, как я обратно иду, типа, тоже. А ничего, что ты шел по той же дороге, только, типа, развернулся и обратно идешь. Ничего, да, ничего, типа, бог. Ой, сука, чушпан. Это ж, наверное, сука, еще едет такой. Ой, давай тут снимем, бля, тут пи***тый кадр будет. Ничего, что это одна и та же дорога. Аспирин полет. Ничего, да, что знак вот этот, кривая дорога, ничего, да? Такой красивый кадр будет, блядь, эффектный, с прицепом. Тут дороги, типа, давай снимем тебе, как я иду. Бизнес-классом по Тверской разрулил тут пару дел и там и сям и свой. Голова болит, что-то сегодня плохо спал. То ли аспирин. Ага, ага. Ирин палёный, то ли метеочувствительный стал. Чё там в новостях, кто чё у кого отжал? Я сейчас плохо думаю, я ага. Бицепсы всю ночь качал. Не, ещё не удал. Ага, потом по той же дороге, смотрите, вот этот же знак, где он только что вот здесь шёл, в этом направлении, да. А теперь он идёт по этой же, сука, дороге, только в обратную сторону. Ой, тварь, какая падла, а? Это ж, сука, говорит, а сними, типа, я назад иду, тоже вставишь. Фу. Удобно, набери через 40 минут. А вот тут, наверное, хавальчик стоит на перекресточке в этом островке и ждет. Сразу, если моргнул. На тебе. Пойм трех сумат. Так, погоди, 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 дядя Джай. По-моему, у него стрим был. Сейчас надо на оценку отправить. Респект, бро. Оцени, пожалуйста, мой новый клип и трек. Сейчас я клип просто скину. На оценку сразу пусть поставит оценку, чел. О, походу наш пошел. Наш пошел. Опа. Наш пошел. О, сейчас будет оценка выставлена. Что он спел? Это фанат, это Батуашкин любимчик. Фу, блядь, нахуй. Это Батуа ему нравится. Это... Опа. Пошло. Оценка пошла, аналитика. Махут Рекордс. Да. Там калькулятор тормозит. Это жесть вообще. Сука, крокодил ебаный, блядь. Пиздец, сумасшедший трек. Это мировейший хит, друзья.
Мировейшин, да. Ну а чем отличается это от Козяву? Козяву тоже, да, так делает? Мировой хит. Да кто за Козяву? Кизару, что ли? Тише, мыши, с вами кот на крыше. Подождите. А что вы удивляетесь? А что вы удивляетесь? Тише, мыши, кот на крыше с вами. Окей. Не Козяву ли пел? Свет, мой зеркальце, скажи, кто здесь настоящий G? Свет, мой зеркальце, скажи, кто здесь настоящий G? Не Козяву ли пел это только что, два дня назад? Да, Козяву это пел. Теперь этот тип поет... Кыши, мыши, кошечки, расскажите, что там у вас на уличке, я не знаю. В чем отличия никакого нет. Вот это то, что заслуживает отечественный тренд. Молодец. Тебя надо в тренды, рядом с Козяву. Вот, крот, кот на крыше. Вот, да, это Биги-Миги, Тейпи Бэйби поет. Вот, на фите они. Биби, нахуй. Вот, тише мыши, кот на крыше. Легендарный припев. Я не издеваюсь, это легендарный трек, брата. Вот. Не, я честно говорю, нормально. Нормально. Во, смотри, как стелят, братан. Все здесь. ОУ-74 начали уже стелить. Рэп-бол. Мощно? Автогол пошел челу. Да. Все, нормальный трек. Спасибо за дроп, респект. Это то, что должно быть в трендах отечественной музыки. Отечественные зрители заслуживают такой музыки. Это чисто отечественный стайл. Отечественный молодцы. Стайл, чел. Козяву стайл, братан. Это называется Козяву стайл. Козяву стайл, чел, йоу. Спасибо. Да, там 8-10 голов было в этом треке, если честно. По 10 голов, до хуя голов было забито в этом забито, треке. 10 Но голов, батуа. Неплохо, батуа. Ну вот, видишь, человек оценил против Артура. Твой клип. Хотел сказать кринж, но СТР после такой оценки Black язык Edition. Не поворачивается. Йо, сказать кринж. Ага, и мы летели, ага, мы парим отсюда, и там хорошо, ага. А если кончится у нас водка, то это не проблема, есть соседка, бабка или тетка, она гонит... Да, Чен, это в его стиле, братан, того рот топтал. Того рот топтал, да, это как будто Шлома дропнул. Я не понимаю, это типа смешно или что? Вообще я https://auto.bsrml8.com. Мне уже, кстати, кидали. Все равно b7 брус 0 nbrgkd. Я понимаю, что вы там приколы тянете. Люблю тебя, дед. Этому ролику больше лет, чем твоему всему рэпу. Ты дядя джедай. Это было актуально еще 20 лет назад, когда этот ролик вышел.